Power walk in Riga. 4 утра. Мы позавтракали. А теперь идем встречать рассвет на набережную. Не спится. Lydia's going a little slow. Пик говорит, что он никогда бы в Санти не встал и в 4 утра не пошел бы встречать рассвет. А сегодня утром просто не спалось. Мы приготовили завтрак, поели латвийского творожка со сметанкой, выпили кофе и отправляемся на набережную встречать рассвет. Down the street. Okay. Come on. You got it. All right, we're jaywalking. Мы идем по Риге, 4 утра, и идем встречать рассвет. Воздух абсолютно такой свежий. Народа практически нет на улицах. И очень нравится. Птицы просыпаются. Не поют, правда, еще, но только чирикают. За нами это так вот зелено и свежо. Это прямо в центре Риги. Мы просто идем по одной улице, которая выходит прямо на речку. Но we should go here. Сейчас, правда, нет такого, не во всех местах есть прямой доступ к реке Даугава. Вот вы видите, там река Даугава, это железнодорожный мост. Но мы идем на каменный мост, я вам потом покажу. Мы идем по набережной. Это проблема Риги, кстати, что нет такого прямого доступа со всех точек старой Риги на набережную. Но это, по-моему, планируется изменить в процессе постройки Rail Baltica и сделать доступ к реке, к набережной, потому что там, ну, действительно отлично можно пройтись, прогуляться, сделать свои шаги. И тут музей, как вы видите, скульптуры мы проходим. Можно посетить в Риге. Я люблю вообще в Европе и в Риге посещать музеи, конечно, ходить в театры. Across the street we have a Soviet style statue, but it's probably made by Latvians, and that's why it's still up. Okay. But it's Soviet style. It's the year 1905. Сейчас я вам покажу этот памятник, о котором говорит Мик. Это памятник на набережной революционерам 1905 года. Он недалеко от железнодорожного моста. И вы видите, тут река Даугава. Она достаточно широкая. That's not Soviet style. I don't know what it is. Вот мы тут идем. Старая Рига направо. Набережная налево. Это Ханса Банк, вот то большое здание. Там недалеко дом печати. Там новое офисное здание или квартирное, теперь которое называется Z Towers. И вот тут набережная. Can you believe it? There's people in the bank at 5 in the morning. Видна вот тут немножко видна старая Рига. Это прямо с набережной. Мы на улице, которая так и называется, Крастмала. Перехода почти нет через эти все трамвайные рельсы и широкие дороги. Но ночью пока нет машин, народа и полиции, мы просто нарушаем все правила и переходим напрямую на набережную. Yes, you do. Здесь находятся такие катера для туристов, круизные такие, для поездок по реке Даугаве. На некоторых из них можно добраться до Юрмалы. На фоне вы видите нашу новую библиотеку. Очень интересное тоже здание. Один из этих катеров так и называется Юрмала. Поскольку перейти было невозможно, я сейчас вот полезу через этот куст туда прямо на скамеечку. Гулявшаяся ночью парочка. Вот на фоне. Вообще народу вы не видели. Мы идем на один из старейших мостов
в Риге, которая называется Каменный мост. Вот такой римский собор с розовыми облаками. Нет, это церковь Петра, я ошиблась, церковь Петра. А Домский собор, он вот там за деревьями. Я на набережной реки Даугавы, очень красивое утро, еще нет и 5 часов утра. Вот на набережной можно прогуляться, вы видите Октябрьский мост или Каменный мост, он сейчас называется, с некоторыми зданиями через реку Даугаву. Это вот на моем фоне национальная библиотека, тоже построенная совершенно недавно. Утро ветреное, но не скажу, что для Риги оно холодное, достаточно теплое. А вот там железнодорожный мост, один из самых первых мостов, который был построен в Риге. Здесь одно из мест, где можно опуститься к реке Даугава. За мной вы видите железнодорожный мост. Вот тут за мной прям такая лесенка проходит. Здесь можно спуститься к реке Даугава, потрогать воду. Там за Каменным мостом и за Вантовым мостом, который еще дальше, там есть городской пляж. Конечно, летом там можно купаться и отдыхать, загорать и так далее. Да, мы действительно наслаждаемся утром, еще нет и 5 часов утра, но так тихо, свежо, ветерок, очень красивые облака после вчерашнего дождя. Сегодня обещают очень солнечный день. Надеемся, что мы поснимаем довольно много материалов о Риге. Вы видите один из поездов на железнодорожном мосту, который, очевидно, это товарник, который, скорее всего, приедет из Вентспилсского порта, потому что это направление города Вентспилс. И вы видите, что уже на речке на Даугаве один из первых лодочников. Миг зашел на самый верх Каменного моста. На фоне Каменного сзади вы видите Ванты. Это Вантовый мост. Начинает двигаться городской транспорт. Видите, красивый мост. Вот такое красивое раннее утро. Наше первое утро в городе Рига, в Латвии. Востока, прямо над Старой Ригой. Чтобы пойти в Старую Ригу, нам нужно вот опуститься в такой туннель и перейти на другой стороне дороги под вот этим, под этой главной улицей, под набережной. Восстановлен на пожертвования людей и другие фонды. Очень уникальное здание. Здесь собирались самые богатые купцы в свое время. И тут были очень интересные приемы. И до сих пор там очень интересно внутри. Да, вот это такое интересное место тут на центре площади, на центре Ратушной площади, где можно пить воду. Сейчас раннее утро, никого тут нет, поэтому вода не течет. Но это вот для питьевой воды. Если вы захотели попить, приходите сюда. Только голуби с утра гуляют. А по вечерам, летом, тут звучит живая музыка. Много народа. Пьют, поют, танцуют и отдыхают здесь, в Старой Риге. Сейчас тихо. It's a very interesting way to plant flowers. Thank you.
Ты ноктюрн, раннее утро, классное настроение, пустые бутылки на фоне звучат. Находимся на площади Ливов, которая называется площадь Ливов. Здесь когда-то текла река Ридзене. Вы можете представить? А сейчас тут такая красивая площадь с театром русской драмы, с двумя зданиями филармонии, с красивыми ресторанчиками. И очень шумно тут днем. А есть... Вот в этом месте находилась река Ридзене. Поскольку на площади Ливов почти ничто об этом не напоминает, то тут каждый год высаживаются клумбы в виде волн. Да, это напоминает в прошлом тут текущую речку. Заканчиваем нашу прогулку по Риге. Где-то с 4 до 6 утра мы гуляли. Уже начинают просыпаться люди и появляется больше солнца. Надеюсь, вам понравилось с нами пройтись по ночной или ранней утренней Риге и посмотреть, что тут происходит. Практически ничего. Вы сами можете наслаждаться своей жизнью, наслаждаться пустыми улицами, тишиной, криками птиц и солнцем.